Я из Украины. Не, я русский. Не, я реально из Канады. Мы вообще с Украины. Ребята, всем привет, с вами Хижина Музыканта. Давно не виделись. Делайте себе чаек, подписывайтесь на канал, нажимайте. И погнали смотреть. Окей, а ты здорово. Здорово, здорово. Ты откуда? Из Казани, а вы? Из Казани, мы из Швеции. В Стокгольме, что ли, или где? Да. Не, я русский, но он швед, он не шарит по-русски. О, ты давно, что ли, там? Да, я всю жизнь тут жил, я тут за это родился. Ага. А что, вы на России, что ли, поставили сидеть сейчас вдвоем? Мы трое. Ну, просто с русскими разговаривать. Моя бабушка из... Бабушка. Как это сказать? Где, бабушка. 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 Не, мур-мур. Бабушка. Бабушка. Three hours later. Я с Крыла. А, да. Повыше. Каждое лето я туда приезжаю. А, нормально. Я в Стокгольме тоже был летом того года. Ты там 2 года? Нет, год назад был в Стокгольме, где-то неделю, наверное. Man var i Stockholm ett år sedan, i en vecka. Vad gjorde du där på semester? Что ты тут делал? Путешествовал по Европе, там, знаешь, Швеция, Норвегия, Дания, что там, Нидерланды, вот так проехал. Он liksom travelat runt Skandinavien. Окей, vilket land är bäst i Skandinavien? Какая страна лучше в Скандинавии? Смотря как смотреть. Типа, для жизни, наверное, Швеция, природа в Норвегии, да, нет, супер дорого, наверное, не то. Да. Alltså, det är bäst liv i Sverige, det är bäst natur i Norge, men det är dyrast liv i Danmark. That's true, that's true. Спроси у ребят, они знают такой русский народный инструмент? Han frågar, vet du vad det där är? Dragspel. In Sweden, we call it dragspel. Dragspel, yeah, I heard. Exactly, so it's like... Yeah. I know. It's instrument for babushka. Yeah, babushka. And дедушка. Babushka, it's such a Russian word. It's such a Russian word, babushka. In Sweden, we have babushkas. It's like small wooden doll. Small wooden doll. Она матрёшки разговаривает. А матрёшка, yeah. I think it's бабушка. I don't know why. It feels like it's бабушка. Можешь что-нибудь сыграть? Так, давай. Может, они знают такую мелодию, смотри. Она была популярной давно когда-то. Такая. Начатый заканчивается. Спасибо, бро, ебан. Хорошо. Thank you. Давай, спокойной ночи, брат. Все, хорошо. Вам тоже, давайте, красавцы. Всего доброго, давайте, пока. Друзья, производство роликов и ведение блога требует временных, энергетических и финансовых затрат, потому что это такая же полноценная работа. Поэтому, если хотите поддержать проект, в описании ссылочка на донаты, а также, если у вас работает кнопочка спонсорства, функция, вы можете стать спонсором канала. Напомню, что у меня есть магазин мерча arslanshop.ru, где вы можете приобрести товары на тему моего творчества и тем самым поддержать канал. Это футболки, худи, вот такие вот стикер-паки, а также браслеты и значки на тему моих песен. И, кстати, давайте разыграем третьих стикер-пака в моем телеграм-канале. Для этого нужно подписаться, нажать кнопочку «Участвовать» и ждать результатов. Погнали дальше. Здрасте.
Здравствуйте. Вы умеете играть на инструменте? Да, практикуюсь немножечко. Ну, я думаю, вы бы не вылезли просто так в эфир, если бы не умели круто играть. Наверняка вы играете круто. А хотите оценить? Вот я не могу оценить. Нет, у меня хороший вкус, слух музыкальный. Да. Но я даже когда-то играла на фортепиано в детстве, как много. Но я физик. Физик. Ну, музыка тоже математика считает. А вы давно играете на инструменте? С самого детства или позже вам захотелось? Да, с самого детства так. Круто. Ну, он такой тяжелый. Я представляю, когда вы были маленькие и тащили. Да, он был больше меня явно. Это было. Да. Что бы такое сыграть-то вам? Давайте. Баха. Баха? Точно? Я уж думал, что-нибудь более попсовое. Зачем? Я не люблю попсу. Ну тогда ладно, поехали, пробуем. Своим пением. Да. Ничего себе. Пела. Неожиданно обычно песни поют, а вы Баха напеваете. Ну, я же не громко, я людей не пугаю. Ну, да. Разбегутся. Хорошо, круто, большое спасибо. Спасибо. Вы же из Германии, да? Сейчас в Германии, да. Ага. Ну, поэтому знаете Баха. Ну, не только поэтому. Я в Германии не так давно, всего 2 года. Ага. Я из Украины. Понял. Сейчас-то более-менее дела у вас лично. Нет. Мы все головами там. У меня он в телеге постоянно булькает, когда в моем родном городе тревога. А она постоянно, нас постоянно обстреливает. Постоянно. Грустно. Другие много раз. Вот, так что это... Я не хочу с вами это обсуждать, потому что вы мне... оказались симпатичны. Привет. Привет. Да ты чё? Удивляешься? А мне кажется, я тебя знаю. А уже виделись тут? По-моему, да. Ну, не знаю, давно я не сидел. Ты из Канады, что ли, или у тебя тоже VPN опять включен? Не, я реально из Канады. Oh my god. Ты давно там? 6 лет. И как? Ты как туда попал-то? То у меня родители просто, я мелко сюда приехала, решили. Нравится? Да, тут классно. Подожди. Я же тебя знаю. И не то, что мы тут видим. Как? Это же ты на гитаре играешь, круто. Нет, я вот на такой штуке играю. Вот, видишь?
сыграй что-нибудь. Подожди, подожди, может быть, ты тогда похож на него? Потому что я подписана на одного челика. Он в чате рулетки тоже снимает классные видео. Может, да блин, кого, меня с кем только не сравнивают, блин, этот, кстати, не тот инструмент. Ну ты очень похож. Ты смотри, хреново звучит. Это, короче, дедовский древний инструмент. Я сам купил новый. Вот он побольше выглядит, смотри. Ой. Прикольно. Ну он огромный, да? Угу. Так, ну я вот практикуюсь, там всякие смуглянки, там Катюша играю. Ну, продолжаю дело деда. Но иногда и современные вещи изучаю. Вот. Например, может ты узнаешь такую мелодию? Так, вот такая. Блин, да, конечно, узнал. Круто игра, вообще классно играет. Но, блин, да это же ты! Да не может быть, что это не ты. Ты же блогер. Я еще толком ничего не снимал. Но ты очень похож. Блин, как же его зовут? Я подписана на него. Уже сколько себя помню. На гитаре. Да? Ты точно на гитаре не играешь? Не, я уж как бы. На всем практикуюсь, но в большей степени вот на этом инструменте, да. Чат рулетка играет на гитаре. Да ты очень на него похож. Прям вот очень. Я еще так удивилась, я такая. А ты сама, ну, русских артистов слушаешь или там в Канаде уже все, типа? Да, конечно, я только русских и слушаю. Мне не знаю, мне как-то английские песни, я не знаю. Ну, мне не очень. Ну какая у тебя любимая группа-то? Не знаю, мне порнофильмы нравятся. Да, нормальная тема. Сейчас, погоди, сейчас. Скоро что достану? Ну, не то, что здесь привыкли доставать, ты как понимаешь, да? Ну да. Запылилось? У отца тут есть кое-что? Вот, смотри. Давай. Сейчас мне покажет класс. Я же тебя никогда никому не отдам. Белое сердечко и плакали гордые льды. Наши тела бы могли отыскать по следам. Если бы мы не забыли оставить следы. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через тернии провода, небо только б не мучиться. Тучкой маленькой я вернусь и над твоим крохотным домиком. Разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. О-о-о-о. Знаешь, я так соскучился. Это шедевр. Это просто прекрасно. Слушай, а я... Подожди. А ты ничего не знаешь про хижину музыканта? Ну, слушай, видел так пару видосов в интернете, учился по его урокам. Да ну, ну нет, это же так, ты. Так, незнакомый.
Да ну нет. А у тебя этот же... возле... У тебя, кстати, да откуда показывается? Ты же через компьютер, да? Да, я через компьютер сижу. Ну ты видишь вот этот уголок? Чуть-чуть, да. А что там есть еще? Блин, обычно с телефона не видно, но с компа точно, походу, видно. Сейчас, погоди. Вот это ты имеешь в виду? Тут написано «Хижина музыканта». Да, сейчас, секунду! Блин, да, все хорошо. Там тебя заподозрили, что тебя убивают, да? Вот, собственно, да. Да я подписан на тебя, сколько помню себя. Я под... Чё? Я подписан на тебя, сколько себя помню. Я гитару купила только из-за тебя. Серьезно? Да! И не узнал? Ну, ты узнал, да, но я не знаю, почему. То есть, я сбил тебя с пути. Круто, да? Офигеть! Я лоханулась перед тобой. Да не, это круто. Это драматургия. Да я просто... Хорошо, что сразу не узнал, а то так бы и не получилось ничего сыграть. Ай-яй. Чувак, ты просто крутой, вообще. Ты тоже? Ты вообще классный. Да мне ж никто не поверит. Поверить? Я же все записал. Я что, типа в ролик попаду? Ну, надеюсь, да, если ты не против. Я не против, я тоже не против. Хайоу! Опа, русские, что ли? Украинские. Украинки, привет. Чё хотите? Сыграй нам на баяне что-то. Круто, что знаешь, как называется инструмент. Конечно. А то аккордеон называют, или там гармошка какой-нибудь. Не-не, это баян. Молодец. Так, чё бы сыграть? Что-то ну, давай. Весёлое. Прям весёлое? Да. Ну, давай. Давай, давай. Ну, вот это не прям уж веселое, но такое. Смотри. Седая ночь, и только ей доверяю я. Знаю, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем, совсем ни к чему. Спасибо. Очень круто, правда, очень круто. Нечка, молодец. Понравилось, да? Очень. Да. Кайфы, хоть и не веселые, но актуальные. Очень веселые. Вы откуда? Мы вообще с Украины, она с Харькова, я с Одессы. Я из Казани, если знаете. Было. Знаем. И как живется в Дании? Ну, дома лучше на родине, но... Живем как можем, выживаем. А вы работаете там, устроились, да? Мы в школу, нет, ходим. В школу ходим. А, вы в школе? Понятно. Ну как школа, типа, ходим в школу, потому что язык надо учить, угу. Поэтому мы считаемся в школе. А если какой язык? Датский. Какой? Датский. А так, если взять по Украине, то я в прошлом году закончила школу, она также и вот. И что, язык сложный, что ли, датский? Очень. На что похож? Ну, это смешанные. Ну, там... Я даже не знаю, как объяснить. А вы и не знаете, наверное, другие? Немецкий там похож, наверное. Нет, мы знаем немецкий. Мы также были в Германии, у нас друг живет в Германии. И в школе в Украине я изучала немецкий, но я ни хрена не знаю, ничего не помню. Ага. Могу только до 10 посчитать, и все. Вот. Но
Есть некоторые слова, похожие на немецкий, есть некоторые слова, похожие на английский, есть некоторые слова даже на русский похож. Но и это, знаешь, все так смешано, что тяжело запоминается, и даже если мы знаем, как говорить, мы знаем, что сказать, нас некоторые не понимают, потому что нет этого акцента, они такие, что, что ты говоришь? Просто датский, он очень обрубанный язык, допустим, слово состоит из 10 букв, а читается только 5, и он очень обрубанный, и очень сложно акцент делать датский, так как мы только тут 2 года, у нас пока что не получается это делать. Какая самая такая популярная фраза? Скажи, вот это красная каша. Гол ноль флю, что-то там. Скажи, Лев. Гол ноль флю? Да, либо, к примеру, знаешь, как будет там сказать «с днем рождения»? Надо говорить «Тилуки Мелдин Фюс из Дэй». Я даже не представляю, как это приехать и с нуля вот на месте еще. Да, вот и мы еще очень... Виолетта, допустим, она в школе немецкий изучала, она английский вообще не знала. Я чуть-чуть английский знала, минимальный вообще уровень. И мы приехали, нам на английском учили датскому. Как бы мы и английский не понимаем, и датского не понимаем. Мы такие сидим, типа, что делать? Вообще, как жить тут? Мозг сразу проснулся, да? Так да, сразу да. заработал. Угу. Ну, жестко, жестко. Но мы также, типа, знаешь, наверное, первый год мы вообще ничего не понимали, мы просто сидели, думаем, господи, что это. Сейчас мы видим уже прогресс, мы понимаем почти все, что нам говорят, и это, ну, это так, знаешь, ты чувствуешь, ух, ура, хоть что-нибудь, мы можем ответить, и так, ну, иногда, конечно, сидим, думаем, что? Ну да, это конкретный выход из зоны комфорта, конечно. Ну, сразу да. 2 новых языка и новое место. Но есть плюсы тем, то, что, ну, к примеру, у нас почти все наши друзья украинские, русскоговорящие, и, ну, уже как-то легче, потому что есть свои люди и так далее. Если, к примеру, я была бы здесь, и мне не было бы друзей вообще, которые меня понимают, то, я не знаю, я бы тут повешалась, мне кажется. Они ходят с вами, что ли, на курсы или вообще в городе? У нас класс интернациональный, там очень много разных национальностей, начиная как арабы, турки, болгары, украинцы, кто еще? Кыргызстанцы, афганистанцы, короче, вот так вот все намешано, но большинство украинцев, наверное, больше даже 50% это украинцы. Да, у нас 36 или 37 одноклассников, да, учеников, и где-то 25 из них это украинцы, поэтому мы чувствуем, как бы, как по типу как дома, но все равно не дома. Знаешь, мы уже привыкли. Легче тем, то, что, к примеру, ты можешь объяснить другому, к примеру, что ты пытаешься объяснить, он тебя поймет и поможет тебе как-то перевести это все учителю, к примеру, вот так. А, ну да. Здесь одна, и мне бы что-то спросили, я бы там начинала бы что-то объяснять, и я там забыла бы какое-то слово, и что дальше говорить, я не знаю. Надо было сразу телефон-переводчик. А так я могу, к примеру, я что-то говорю, я разворачиваюсь, говорю, не помнишь, как будет это слово? Она говорит, так-то, так-то. И я дальше продолжаю говорить. Это намного легче, потому что чувствуешь хоть какую-то поддержку и так далее. Ну да, это круто, что есть люди. Ну что, продолжение беседы с девчонкой из Канады сможете найти в моем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, там же будут все песни, которые я сегодня исполнял в формате MP3. Не забудьте подписаться на канал, влепить лайк, и до новых встреч, пока!